Итак, ребята, всем привет. Надо начинать видео, мне кажется, вот так вот, чтобы привлечь внимание. Наконец-то я решила заснять второй влог. Я сейчас нахожусь в очень красивом месте. Я просто обязана была снять здесь видео. Если честно, я долго собиралась с мыслями, потому что создание первого влога далось мне нелегко. Я столкнулась со сложностями в монтаже, и я подумала, что я больше не хочу снимать влог. Ну и в принципе здесь виртуальная жизнь сменилась на реальную. А здесь не то, чтобы некогда взять в руки телефон, просто некогда поспать. Ты хочешь постоянно спать, ты постоянно работаешь, у тебя какие-то дела, какие-то встречи. В этом влоге я покажу немного интересных мест из мира, мой досуг, как я провожу время, и немного танцев. Так что оставайтесь, будет интересно. Сейчас я вам покажу, как выглядит рай. Я покажу свою прекрасную комнатку. Лакшери здесь, она такая. Вот такая вот. Фруктики. Думаете, почему я такая худая стала? Потому что я ем здесь одни фрукты. Ничего больше. Фрукты, орехи, овощи. J'entends des bails atroces au moins. À ce qui paraît, je te cours après. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Kapalı ama akalım. Arabaya bindim, yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım. Hava kapalı ama akalım. My enemy, so stay away from me. I'm warning you. You try to fill the void with every man you meet, 'cause you're upset with me. I'm warning you. 'Cause all the nights you slept alone, drying your arms. Как бы на танцы танцуем, вот, и у нас тут очень весело, да, Леся? Очень весело снимаем, да? А я все снимаю? А Лесик-то? Давай, жги! Так, из 11 человек осталось четверо, и то двое из них новые, а мы с тобой, Олеся. Старые! Старый ты! За 7 дней, за 7 недель, сука. За 7 месяцев. Ну, когда тебя на второй месяц еще новый называют. Шею свело, пиздец. Ты классно намазывала. Тань, что читаешь? Я читаю, как быть счастливым. Сайонари. Сайонари. Мне кажется, это невозможно. Это невозможно, все. Хватит, я мама. I want it, I try it. You like my hair, two things. Just try it, I see it, I like it. I want it, I try it. I'm in no ring, but I'm only known this. I'm matching time.
работа над дверью. Поэтому будет много классных фоточек. Смотрите, какая красота. Я буду это все рекламировать. Приехали в такое красивое место. Сейчас будем снимать красоту. Standing in line for you. Приехали еще в одно крутое место. Это пляж Богема Бич. Лакшери пляж, на котором тусуются всякие знаменитые, красивые лакшери люди. Правда, пока я никого не вижу из красивых и знаменитых. А, нет, кажется, вижу. Я увидела этих людей, мы должны просто подойти к ним поближе и взять у них интервью. Hello! How are you? We are lakshari girl or not. What is your name? My name is... Итак, я поймала одну знаменитость. Да, пожалуйста. Она говорит, оказывается, по-русски, а я-то с ней по-английски. Мы уже по-русски, поэтому мне очень повезло. Сейчас я затусуюсь с крутой девчонкой. Мы как раз есть, я отдыхаю мой день рождения. Сейчас, кстати, будет розовое вино. Да? Валерия, happy birthday! Первый раз поехали на автобусе в Чешму. Олеся и Тарасенко. Тарасенко. Вот Лерка у нас спит уже, все, просто не выдержала. Чешма — это такой город, куда съезжаются все туристы, все жители из мира, потому что в самом Измире моря нет. Пляжа нет, а в Чешме там не осталось. Смотрите, какая красота. Ты что, босс тут сегодня? А в эту штуку говорить надо или это подсвечник? Понятно. Ну ты ответь хоть что-нибудь. Заебало все. Ну конечно, ты как бы находишься в таком шикарном номере, а тебя еще и все заебало. Поэтому я нахожу здесь. Ты подружка вообще охренела. Когда можем себе позволить? Это в порядке? Да! Надо найти мини-бар. Тут где мини-бар? Где? Мне кажется, где? Ебать! Красивым видом таким. Надеюсь, вам было приятно наблюдать за этим всем и плакать. Ладно, все.